Сегодня прикубанское поселение – это 2500 жителей. В нем имеется все, что необходимо для современной жизни. Но, несмотря на это, местные жители бережно хранят и чтят казачьи традиции. Тому пример – семья Акуловых, в гостях у которой побывали наши корреспонденты. В прикубанском сельском поселении хуторское казачье общество – одно из лучших в районе. Много лет уже в казачьем обществе состоит Николай Акулов. Он оказывает большое содействие в решении вопросов, которые касаются развития и благоустройства поселения. Ведь настоящий казак, признается Николай, не боится работы и всегда придет на помощь в решении проблем. Стараюсь ни от чего не отлынивать. Надо на храме, надо что-то где-то в хуторе помочь. Поможем и здесь. Ну, а как, если я откажусь, другой откажется. Казаки вообще не должны отказываться, если честно сказать. Правильно? Мы, да, кто, если не мы? У Татьяны и Николая Акуловых большая дружная семья. Они воспитали дочь и сына. Теперь помогают воспитывать внуков. Казаков всегда отличали большие дружные семьи. Это дань народной традиции. Несколько поколений жили рядом, в одном дворе или по соседству. Вот и семья Акуловых обычаю следует. Хоть и не все живут в одном хуторе, но на праздники обязательно собираются вместе. Николай и Татьяна с малых лет своим детям и внукам прививают любовь к труду, учат уважать старших. К примеру, младший сын Николай, имея уже своих детей, также старается их воспитывать. Он унаследовал не только навыки воспитания детей, но и любовь к труду. Сегодня Николай продолжает семейный бизнес, работает в цехе по изготовлению мебели. Николай Валентинович слывает на хуторе Прикубанском не только активным казаком, но и домовитым хозяином. Он высадил большой сад, более 100 фруктовых деревьев. Также он занимается разведением дикой птицы – павлинов, сазанов, голубей. Является охотником-любителем. Некоторые медальки, некоторые монетки, некоторые марки. Я это ничего не люблю, если честно. Я люблю вот собак. Вот меня собаку выйти сейчас в поле, выпусти, она поднимет зайца, послушай. Не надо его там добывать, а просто послушать гон собак. Это радость уже для меня. Казачество на протяжении всей своей истории главную опору видела в крепкой семье. А семья Акуловых – показательный тому пример, где казачьи традиции передаются из года в год, от поколения к поколению. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».